Здравствуйте, меня зовут Даня. Я вам сегодня покажу вот такой электронный конструктор. В нем находится такая подставка. Вот таких длинных два соединяющих магнита. Два таких маленьких соединяющих магнитов. И входятся там такие вот батарейки, пропеллер, который подставляет. Это лампочка. Это сама вертушка. Давайте начнем. Начнем с этой схемы. Начинаем. Вот берем вот такую штуку. Ну, вот, включатель. Вставляем вот сюда. Батарейки вот сюда. Вот так вот. Потом берем длинную соединяющую. Потом берем вот лампочку. Вот, смотрите. Так вот. Обратите внимание, что в этой коробке у вас должен быть еще вот такой магнит круглый. Когда мы его подставляем, вот так вот лампочка горит. Вот. Вы это узнали, как это все делается? Узнали? Если вы узнали, значит, мы сейчас будем другое делать. Берем, снимаем. Вот так вот.